Молчите. Вы по поводу выступления хотите дать комментарий по поводу выступления Варфоломеева, который выступал в прениях с Муратовым. Вы хотите сказать о количестве заместителей, которые нужны в правительстве, и о количестве вице-мэров и всего остального? Так, говорит, я как новгородец возмущен Варфоломеевым, его поступком. Неужели они не понимают, что губернатор должен сам работать, засучив рукава? А получается, он обвинил номенклатуру новгородскую, что она не умеет работать. Я считаю, что в первую голову не умеет тяжеловес Митин работать. Он должен научить или заставить все службы работать так, как сегодня требует веление времени, как требует сегодня социум новгородский. Иначе мы выражаем вотум недоверия Митину. И пора ему задуматься. Нечего вилять хвостом.